преддверии выпускных экзаменов вопрос, куда идти учиться дальше, становится для старшеклассников самым актуальным. Ребятам предстоит решить, пожалуй, самую сложную за школьные годы задачу – поступить в хороший вуз, выбрать перспективную специальность, которая действительно востребована на рынке труда, обеспечит стабильный доход и карьерный рост. Филиал МАГУ в городе Апатиты будущим абитуриентам помог в решении этой задачи. Ответы на накопившиеся многочисленные вопросы выпускники получили на общегородском собрании школьников, познакомились со всеми возможностями вуза, перспективами трудоустройства, бонусами учебы и узнали, сколь насыщенная жизнь у студентов МАГУ. Для многих ребят потенциал и наработки учебного заведения стали настоящим открытием. Филиал МАГУ в городе Апатиты перед своими студентами открывает действительно большие возможности. Для них сформирована современная учебная база, разработана уникальная система обучения и карьерная траектория. Весь первый курс, очень, кстати, хороший бонус, весь первый курс у нас учится одинаково. И разница есть только в одном нюансе – это введение в профессию. И вот если даже вы после первого курса решите, нет, что-то не туда пошел, не то выбрал, да, то благодаря тому, что вы учились одинаково, вы можете легко очень перестроиться и учиться на другом направлении без потери курса. Студентов МАГУ активно задействуют в проектной и научной работе. Их ждут конференции, экскурсии, открытые лекции, а еще помощь в трудоустройстве, возможность совмещать работу и учебу. Бонус – разнообразные стипендии, причем размер денежного пособия может достигать 40 тысяч рублей в месяц. Эту и другую полезную информацию старшеклассники получили на общегородском собрании. Встреча состоялась в Апатитском городском дворце культуры. Ее участниками стали более 100 учеников 10-11 классов. Очень ждем, что ребята поймут, что за достойным образованием, а затем за достойным трудоустройством не надо никуда уезжать далеко. И что можно быть здесь и пройти весь этот путь получения диплома, не выходя никуда даже далеко от дома. Учиться и работать дома – это основной девиз профориентационных встреч с будущими абитуриентами. Местные работодатели заинтересованы в выпускниках вуза. Первый из них – кировский филиал акционерного общества «Апатит». Предприятие – давний, надежный партнер учебного заведения и делает максимум для развития системы среднего специального и высшего образования. Речь идет не только о модернизации материально-технической базы. Современные средства связи позволяют привлекать для образовательного процесса профессорско-преподавательский состав из других вузов. У нас подписано соглашение с университетом имени Ломоносова по углубленной программе геологии. На сегодняшний момент мы ведем переговоры с МИСИСом, вы его должны знать по КВН, это Московский институт стали и сплавов, в состав которого входит Московский горный институт. Только учебой студенческая жизнь не ограничивается. ВУЗ поддерживает творческие начинания молодежи, помогает развивать волонтерское движение. Так что после встречи старшеклассникам есть над чем задуматься. Запомнилось это, конечно же, трудоустройство после обучения, а также возможность карьерного роста и также интересное обучение на протяжении 5 лет. Я точно узнал, какие стипендии предоставляет МАГУ. И точно узнал на разных материалах, какой минимальный балл для поступления. Знакомство с филиалом МАГУ в Апатитах только начинается. Впереди встречи в школах и городское собрание родителей старшеклассников.